Ксения Собчак снова станет мамой. Очередной раз телеведущая Ксения Собчак интригует своих поклонников. Она опубликовала фотографию в странной позе, которая подчеркнула ее живот. Фанаты задумались, а не беременна ли Ксения Анатольевна. Слухи о второй беременности Собчак, из-за которой и была сыграна свадьба, ходят уже несколько недель. Напомним, что Ксения Анатольевна вышла замуж и обвенчалась с режиссером Константином Богомоловым 13 сентября этого года. Свадебная церемония наделала много шума, ведь влюбленные постарались сделать все для этого. Теперь, когда обсуждения свадьбы утихли, всех интересует беременность Ксении. Тем более, она часто выбирает наряды, в которых животик то видно, то нет. Например, на некоторых фото округлость прямо привлекает внимание и вызывает вопросы у комментаторов. Также на новом выпуске шоу «Осторожно, Собчак» с рэпером Гуфом Ксения облачилась в платье в горошек. Хотя Ксения не очень показывала живот, в некоторые моменты было четко видно округлость. Но что это, вторая беременность или просто ракурс, Ксения пока не прокомментировала. Стоит отметить, что вокруг первой беременности телеведущей была такая же тайна. Только на большом сроке Ксения призналась, что скоро станет мамой. На данный момент официальных подтверждений от нее не поступало.